снимали все ответственности. Я, конечно, пройти, все хотели быстро и завели, почему Стерпова. Но вы все знаете почему. Потому что денег на тот момент нас не хватало. И придумали, что Стерпов пообещал за свой счет начать делать, пока на деньги появятся. А где их взять, вот дали за стадион, и никто уже сюда, вот и все. Настолько это закон, это, ну, меня не касается, не мое решение. И когда нам говорят, что мы там как бы давили на кого-то или что, я хочу сказать, что отвечает за додержание закона Украины на предприятии, корыты предприятия, был тендерный комитет, было руководство, мы не имели права включаться в их хозяйственную деятельность, мы никогда не включались. Мы могли только задать вопросы.